вот что происходит. Позорище. А наша страна великая называется Россия. О, на свой я не поеду, пускай москвичи. Сейчас мы вас признаем иноагентом. И вот этот, вот этот, вот этот. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче, як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до росіян почне долітати. Долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ, воєнно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники, і не тільки, так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож, ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалось за поребриком. Только что АЗС Вожаевка пытался заправиться удар фура. И вот что происходит. Еле ноги унес. О, заправка сейчас походу уже горит. Так что нету парня на Вожаевке больше АЗС. Нету. Шофера жалко. Пропаганда сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину, а ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад 2 роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони 2 роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. Ну, давайте посмотрим. Да, формируються свіжі бригади, да, поставляється техніка, а в тому числі і з Скандинавії, з Австралії, там, з різних міст. Да, авіаційні составляючі, які ми ще не бачили, але які усилюються не тільки F-16, але й французи і скандинави туди скинули, в тому числі 2 самолета дальнего обнаружения. Увидел странную информацию, что чуть ли не 200 пилотов было подготовлено. Я, правда, не слышал, что такое количество готовится, но британская пресса об этом пишет. И Залужный сказал, что это будет наш перелом, да. То есть я не знаю, откуда взялась цифра 200, но вот что-то такое. Поэтому и ясно, зачем вот эта хитрость Зеленского, потому что без электроэнергии не работают их заводы, вы абсолютно точно сказали. Конечно, это будет перелом, сомнений нет. У Залужного вообще одни переломы. На левой ноге, на правой ноге. То есть он переломает его всего. Но то, что Украина не собирается сдаваться, ни малейшего сомнения быть не должно. И они готовы бросить и женщин, и детей, и стариков. То есть, ну это... Власть ненавидит украинцев. И, конечно, пока они не сведут всех, пока всех не уничтожат. А украинцы вот просто идут на забой абсолютно безвольные. То есть позорят вообще звание казака. Какой это казак? Что они выйдут и скажут, Люба, что Зеленский нами правит. Ой, Люба. И давай своих баб на смерть гнать. Позорище. Все, уже, скажем так, такой пик какой-то их активности на самом деле был пройден. То есть они не смогут выйти в паритет с нами. Они хотят там в 2025 году попытаться.
Единственная возможность для Зеленского... У Запада или у Украины? Возможность насыщения украинской армии тем количеством сил и средств, которые было раньше, они не смогут повторить результат 23-го года. Весна 23-го года — это была пиковая нагрузка по сухопутным подразделениям. Есть еще склады, у них еще есть иллюзия по поводу южнокорейской техники, они много что будут пытаться делать. Мне кажется, что произошел принципиальный перелом в настроении украинцев. Да, это правда. Вот это интересно, потому что они вдруг задали себе вопрос, а ради чего? Да. Ради чего? Потому что такого уровня воровства на территории Украины не было никогда. Просто никогда. Это правда. И они задают вопрос, а вот ради чего умирать? Ради Зеленского? Этой воровской... А главное, налогоплательщики говорят, вы шутки шутите? Сейчас же вдруг даже с трибуны Европарламента говорят, а какой смысл? То есть мы им даем деньги, которые что? Ну да, европейцы говорят, а мы у русских украли деньги. Европейцы, не волнуйтесь, мы вам так по башке надаем, что нам за каждый доллар, и за каждый евро, и за каждую копеечку еще ответите, и кровавой юшкой умоетесь. Про Володю, который Зеленский выдохся. Если выдохся, думаете, что война скоро закончится? Как видите себя в перспективе? Ну, Оля, скоро, не скоро, это же не время. Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал, нет, война в этом году не закончится. А он сказал, что может закончиться в 25-м, ну тот, который Володя Зеленский. Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространство, ничего не стоит. Вот он вылазит оттуда и что-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется, с военными посоветуется, со своими сторонниками, не с одним человеком, который якобы сидит в администрации еще где-то и так далее, а посоветуется, и ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут. А он вот так вылез и ляпнул на публику. Утверждение британской разведки, что Россия вот сеет хаос на улицах Британии. Послушайте меня. Это, спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть. Но это полная чушь. Вы понимаете, это то, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств. Ну, мы же с вами знаем, я уже об этом сказал. Ну, на грани рецессии балансирует европейская экономика. А ведущие экономики еврозоны, они в рецессии фактически. Значит, если и будет какой-то небольшой рост, 0,5% за счет юга, где такого серьезного производства-то нет, это за счет недвижимости, значит, туристической отрасли там и так далее. Но разве мы в этом виноваты? Мы-то здесь при чем? Вот западные страны взяли европейские, отказались от наших энергоносителей. Но мы же не отказываемся. Кстати говоря, и до сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря, Северный поток 2. Ну что стоит немецким властям? Просто кнопку нажать, и все пошло. Но они не делают это по политическим соображениям. А их самый главный партнер, не знаю уж по каким соображениям, создал условия, когда целые отрасли немецкой экономики переезжают в США. Потому что там власти создают более комплементарные условия для работы бизнеса. И, значит, первичный энергоноситель там раза в 3, по-моему, дешевле, чем в Европе, а то и в 4. Условия другие, налогообложения. Ну, целенаправленные действия. Но мы-то здесь при чем? Значит, это вызывает соответствующую реакцию, потому что идет понижение жизненного уровня людей. Это же очевидно, это же данные статистики самих европейских стран. Но мы-то здесь при чем? Ну что вы, право? Разве это, знаете, у нас как говорят, это попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и в сфере внутренней политики. Но в экономической сфере, вот смотрите, ну сейчас, мне кажется, для объективных экспертов это очевидная вещь. Но ведь многие в Европе, да и в других странах, и в Штатах, злоупотребляли и до сих пор пытаются злоупотреблять повесткой, экологической повесткой и повышением температуры на планете.
Я прочитал итоговую декларацию БРИКС, и там говорится о необходимости глобальной и региональной стабильности и безопасности, и справедливого мира. Как все это соотносится с вашими действиями вот последние 2.5 года, да, вот с вторжением российских войск в Украину, да, вот где справедливость, стабильность и безопасность, в том числе безопасность России, потому что до начала СВО не было ни атак дронов по российской территории, ни обстрелов. Да, этого не было. Но была гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения с... Вроде все ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место. В конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны. А Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. В прошлом году во время контрнаступления потеряли, по-моему, не помню, боюсь соврать, что-то 18, что ли, тысяч техники. Сейчас больше, почти на 1000. Правда, танков потеряли меньше, почти на 100. Но мне кажется, просто и применяли меньше, потому что просто меньше их стало в украинской армии. Но лучше, чем называть вот такие цифры, лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. Но на них не хотят главари киевского режима. Да? Но в том числе я думаю и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения. А сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, звісно, не в їхньому телеку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах. Тому що там життя росіян без купюр. Там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по-особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку соціальних мереж росіян. Послушайте, вам туда, снаружи город, без проблем, я еду туда. В чем проблема? Сколько это беспредел будет в городе продолжаться? У нас милиция, беспредел, и пользы-то никакой нет. Почему нужно утверждать, что они граждане Российской Федерации? А по каким законам они живут? В армию ходят, на СВО пошел хоть один по мобилизации. Не работают, детские получают. А детские получают? А? Почему? Детей деревень много. Вон выселить. Детей избивают. Без прав водительских ездят на машинах. Наши чиновники, наши депутаты, они доработались до того, что озеро Байкал теперь становится объектом повышенной охраны, то есть оно входит в статус, может войти в статус угрозы. Я считаю, что это не преступная халатность, хотя она тоже имеет место быть. Я считаю, что это сознательное, целенаправленное разрушение нашей Родины посредством, я считаю, захвата власти, публичной власти. То есть они, ну скажем, приватизировали себе, спекулируют нашими избирательными голосами, выборов, которые я не признаю легитимными. Они навыбирали сами себя, я считаю, пришли. Говорят, что мы тут депутаты, которые сейчас будем рассматривать законопроекты. Мы приносим им 1000 подписей, мы выступаем на встречах совета профильных комитетов. И когда говорим, что за нашими плечами находится научно-социологический опрос двух регионов,
практически 10 тысяч подписей с протестом против этого законопроекта. Нам Якубовский, депутат, избранник якобы говорит, а мы вас вообще иноагентами сейчас признаем, вы договоритесь тут. Я был лоббистом того, чтобы Greenpeace признали агентом, его признали. Сейчас мы вас признаем иноагентом. А зачем вы нам критикуете? Вы можете себе представить? На комитет, на встрече комитета для критики этого законопроекта они нам запрещали его критиковать. Причем, что конструктивно. Вот эти вот зверьки, с которыми мужчина сейчас ругается, и вот этот, вот этот, вот этот, и вот те. Вот что сделали с парнем, обсыпали его мукой, обкидали яйцами. Еще и попали в мою машину, за что получили нормальный выговор. Охреневшие просто рожи. Домой! О, на свой я не поеду, пускай москвичи а че я сразу узкоглазый это? Чё сразу тувинцы, ребята, и куты, нас почему? И так и осталось всего полляма, а сейчас еще и того меньше. Пускай москвичи, сами москвичи, чё вы с нас-то набираете? Кстати, да, Сокол... Да, якутов поехало достаточно, так что, кажется, вам достаточно якутов, вот с москвичей бейте. Я смотрю вас... Здесь что-то на расслабоне живете. Никаких у вас проблем. У нас там холодно, у нас там проблемы. У нас тоже скоро будет холодно. За скотиной надо ухаживать, свинюшек, курочек кормить. Оленями следить. У нас вот и. А вы москвичи дайте, кушаете наркотики, бухаете. Это да. Вот тут занимаетесь развратом. Тут ты прав. Все у вас женщины какие-то. Есть. Кто вот сейчас приедет, Полинка. Посмотрите вот на москвичку. Так видели уже, а кто не видел? Да. Ну давай начнем с того, что те, кто подписывают контракт, наверняка в курсе, что там написано, это раз. А во-вторых, Рашка, это есть такой небольшой город в Сербии. Даже не город, а поселок. А наша страна великая. Называется Россия. Хто додивився до кінця, то сьогодні від нас отримує зіроньку, у тому числі, як і у нас, сталевих нервів. Ви, друзі, якими щоденно прокачуєте свої скіли. І ми вас із цим вітаємо, тому що все те терпіння, якому ми навчилися, весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти увесь непростий шлях до нашої перемоги. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Обов'язково лишайте нам вподобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і, звісно, підписуйтесь обов'язково на YouTube-канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!